Ну что, ребята, мама с котятами у меня дома. Котята все больные, ребята. Глаза у них просто страшные. Кошка более-менее сначала шипела, сейчас уже все нормально. Да, киса? 6 котят. Моя девочка поет, мурлыка. Да, ребята, все гноем закрыто. Сейчас буду все-все промывать. Глазки открыли, но все в гное. Сейчас промоем как следует еще раз. И все будет хорошо. Да, солнышко, все будет хорошо. Ребята, это второй котенок. Сейчас промоем глазки второму. А вот такие у нас промытые глазки хорошие, да? И ты мой красавчик. Красивый ребенок. У этого ребенка глазки получше, чем у других. И черненький, который у нас 6-й, у него тоже глазки получше. Но мыть все равно будем глазки. Будем глазки мыть. Глазки все равно хорошо промыли. Да, маленький? Ой, такое мое дитё красивое, да? Пойдем последнего черненького возьмем. Так, да он шипит у нас, да? Такая злая кошка, такая злая кошка у нас. Пойдем. Да, ребята, это третий малыш. Сейчас все промоем, все будет хорошо. И что, глазки открыли. Вот такой мой ребенок. Да, это третий. Сейчас будем других. Дымчатых 3, ребята. Дымчатых 3 ребенка. Глазки промыли. Ну-ка. Хорошие глазки, да, хорошие. Все промыли. Сейчас пойдем к маме. К маме пойдем. Красавица мама. Да, ползаем уже. Ползаем. Ничего. Все, глазки открылись и можно ползать. Все хорошо. Красивая девочка моя. Худющая, ребята. Она такая худая, у нее прям ребра торчат. А, такая худая. Ну вот, перекусили. Какие же все-таки они просто славные дети. Мама и дети. Это природа, ребята. Вернись!